Здравствуйте, друзья. У нас девушка, которую зовут... Анастасия. Анастасия из Кисловодска. Кисловодска, да. В Америке давно? 2 года. 2 года. Мы с Анастасией снимем продолжительное интервью. Она нам расскажет всю правду о своей жизни. А пока что она пришла вот к нам с птичкой. Покажите птичку. Да, Анастасия ходит с сувенирчиками. Она говорит, мы великокавказские. Вот там мы с сувенирчиками. Думаю, птичка, на птичке написано Кисловодск, чтобы вы не думали. Кисловодск. А, и вот из этом пакетике с британским флагом покажите, вытаскивайте там по одному. Объясните, что это. Это горные кавказские травы. Да вы что? Чайный напиток. То есть это не чай? Или это как бы чай с травами? Что это значит? С травами, да. Кавказские просторы, здесь все написано. Травы. Да, травы Кавказа. Эвкалипт микс. Ой, а я думал, это у нас тут эвкалипт, а это у них, оказывается, эвкалипт. Друзья, вот эта гордая птица, которая среди напитков, вот, ну, как бы так разместить, чтобы все сразу там. В общем, гордая птица гордо парит над полезными напитками, да, которые к нам пришли из города Кисловодска посредством девушки Анастасии, которую мы еще увидим, правда? Да. Вы не будете прятаться? Нет. Да? Еще честно, заснимем. А то, знаете, многие, видео, многие девушки, знаете, они так говорят, знаете, как девки-то, они обещают, потом раз и все. Будем снимать. Будем. Ладно, все. А вы вообще семейная, свободна? Да, нет, а, вот так вот им. То есть пусть губы не раскатывают. Да. Все, ладно. Настенька, да, до скорых встреч. Да. Счастливо.